55-летний чемпион Японии по бодибилдингу и владелец фитнес-клуба Сакаба Матаюки обратился за помощью к самарским хирургам. Целых 20 лет известного в Токио спортсмена мучают боли в позвоночнике из-за силовых нагрузок. На днях боль стала просто невыносима. В родном Токио Сакаба не смог найти нужных специалистов и принял решение поехать в Москву. Там ему рассказали о самарских докторах, которые смогут его вылечить. Операция под названием «Транспедикулярная фиксация позвоночника» прошла успешно. Сакаба хорошо себя чувствует и может свободно двигаться. Пациент был приятно удивлен тем, насколько высокий уровень медицины в России. Very nice. It's beautiful. Скорость оказания медицинских услуг в России намного быстрее, чем в Японии. Там за каждый день выставляют тебе чек, 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 а здесь все не так. Суть лечения, предложенного самарскими хирургами, это фиксация костей позвоночника за счет импланта титанового винта. Вся конструкция страхует пострадавший позвонок и после операции берет нагрузку на себя, даже при занятии спортом. К тому же процедура позволяет избежать воспаления и защищает от искривления позвоночника. Сакаба может постепенно вернуться к активному образу жизни уже через месяц. Это не первый иностранец, который обратился к самарским хирургам. До него были американцы, испанцы и болгары. Мы были пионерами по многим позициям спинальной хирургии. На том этапе мы даже обошли ряд клиник в стране, сделали операции, которые действительно были первые в стране, и поэтому нас знают и в стране, и за рубежом. Уникальность операции в том, что она является динамической. То есть мы запротезировали страдающий сегмент у пациента, динамической конструкции, самой современной. После этой операции у него не будет каких-то болевых ощущений в спине, и все движения, которые у него были в поясничном отделе, они будут сохранены только без болей. В больнице имени Пирогова такие операции проводятся часто. В это же время такую же помощь оказали еще троим пациентам. В год делают до 300 операций, причем бесплатно. К слову, иностранцам она обходится дешевле, чем на родине. Екатерина Чеботаева тоже оказалась в руках опытных специалистов. Женщину спасли от мучительных болей в спине. После выписки обязательное требование для таких пациентов – носить корсет. Меня муж на каталке возил из Новокуйбышевской. Операция вот за всю жизнь у меня было 4 анестезии. И вот здесь вот самое легкое. Ну, как бы вот даже засыпаешь и просыпаешься, не трясет, ничего. Я говорю, нагрузь меня одеялком только потом. Смотрю так все, вот прям вот... Как ребеночка меня закутали. Это вот самая легкая, простая анестезия. И операция тоже, вот я помню, как бы тянула вот низ, вот этот вот копчик, вот где вот шов. Сейчас вообще могу ходить весь день. Сакаба Матаюки рад, что теперь он сможет тренировать начинающих спортсменов и пропагандировать здоровый образ жизни в социальных сетях. Говорит, что приедет в Самару еще раз зимой, чтобы проверить здоровье в стенах одной из лучших больниц мира и снова попробовать полюбившиеся ему пирожки с мясом. Валерия Куценко, Константин Головин. События.